Привет, Горшок. Тут организаторы запрашивают райды твоей группы «Король и Шут», поэтому скажи, чтобы ты включил. Хорошо, записывай тогда, Горшок. Ты легенда, я слушаю тебя. Номер, если честно, любой, но главное, чтобы получше. И чтобы в номере стояли разные чаи Гринфилд. Ромашкой, черный, зеленый, с лавандой, с эвкалиптом. Может, в этот раз чай нам понравится больше, чем сильнодействующая горячительная. Понятно. А что насчет еды? Слышал, вы просите какого-то кролика? Да, ведь ели мясо, мужики. Сырого кролика. Вы будете есть сырого кролика? Мало того, что есть, так еще и на концерте в людей бросаться. Окей, так и запишу. Да ладно, шучу. Те времена уже давно позади. Нам просто детское питание с кроликом и индейкой. 30 банок. Хорошо. Что-то еще? Свежая пицца. Куриная и 4 сыра. Везти ее нужно будет через час после саундчека. Только не Додо пицца, пожалуйста. Если не секрет, почему так? А что за название такое? Додо.